По Красноярской железной дороге курсирует передвижной пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Его оборудовали в самоходном вагоне «Матрисе». Еженедельно она совершает поездки по удаленным станциям магистрали. Таким образом, привиться здесь могут железнодорожники прямо около места работы. Внутри есть холодильное оборудование для транспортировки вакцины «Спутник Ви». В медучреждениях на Красноярской дороге прошли вакцинацию уже более 3000 сотрудников и порядка 2000 жителей Красноярского края и Хакасии, прикрепленных к поликлиникам РЖД. На сегодняшний день это очень актуально и становится, может быть, даже более актуальной, чем месяц назад, поскольку, я думаю, многие слышали, что в Европе сейчас начинается уже рост, значительный рост заболеваемости, вновь ковид-инфекции. Ну, возможно, это ожидается третья волна, и единственным эффективным и специфическим методом профилактики только вакцинация может явиться. Когда только предложили, я сразу согласился, потому что как минимум профилактика от этого коронавируса никому не повредит, поэтому я решил поставить. Думаю, прививка такая лично точно не будет. И плюс это безопасно. Чувствую себя чуть более защищенным. Надеюсь, все вакцина сработает хорошо и не буду болеть. Потому что я забочусь о себе и о своих близких, о здоровье. Для меня важнее всего здоровье близких. Рекомендую поставить, не бояться быть вооруженным. Своим здоровьем не надо пренебрегать.